Самые верные мужья по знакам зодиака. Какой знак зодиака считается самым верным? А кого не стоит терять из поля зрения? Каждая женщина мечтает найти для себя одного мужчину, которому будет верна до конца своих дней и в котором она будет уверена. Конечно, поиски такого спутника жизни занимают порой значительную часть нашей жизни. Но мы решили немного облегчить тебе поиски, рассказав, какой знак зодиака считается самым привязанным к одной женщине, составив для тебя рейтинг верности по шкале от 1, однолюб до 3, ловелас. Овен – горячая голова и страстное сердце. Рейтинг верности – 2. Если наш подопытный влюбился, на этом этапе вам точно повезло, он романтичен и сентиментален. Овен склонен доверять своим чувствам и ощущениям, поэтому он пообещает все, что вы захотите. Но не торопим события. Овен – завоеватель, и после достижения цели наш красавчик легко может переключиться на новый объект. И все же, в отношениях он спокоен и уверен в себе, он станет хорошим защитником, любящим и верным мужем, прекрасным отцом, и не менее прекрасным любовником. Тем не менее, Овна нельзя назвать самым верным знаком, учитывая его любовь к новым ощущениям. Телец не гонится за лаврами Казановы, и голову теряет крайне редко. Рейтинг верности – 1. Мужчины-тельцы внешне закрыты, зато чувства у представителей этого знака очень глубокие. А еще они очень настырные, они будут любой ценой добиваться своей цели, поэтому если вы увидели в его глазах желание, помните, что для тельца желание и чувство одно и то же, а это значит, что мальчик влюблен, и вам реально повезло. В любви тельцы очень нежные, страстные, трогательные и не обремененные лишними вопросами. А если телец женился, значит, его выбор совершенно осознанный, он рассчитывает на взаимность и верность. Поэтому тельца смело можно считать самым верным мужчиной. Близнецы, непостоянство, это постоянство. Рейтинг верности 3. Мужчины-близнецы, сплошная загадка, ребус. Они, в принципе, очень хладнокровны, в начале отношений ярко заметно желание познавать, узнавать вас. Но наступает период, когда близнец начинает уходить в себя. В это время он четко анализирует все, и если мужчина-близнец понимает, что отношения выгодны и комфортны, они будут продолжаться, если же нет, он ищет новую цель. Поэтому, как правило, они очень непостоянны и склонны к разрыву отношений. Это не значит, что с мужчинами-близнецами не стоит связываться, нет, просто нужно знать некоторые особенности их характера. Рак – такой прекрасный, но такой неверный. Рейтинг верности 3. Мужчина-рак, на первый взгляд, один из самых надежных партнеров, верный возлюбленный и идеальный семьянин. На самом же деле, раки стремятся только к собственному комфорту. Мужчина-рак находит оправдание всему, при этом сам он не виноват никогда. Даже если его девушка застанет в постели с другой, он придумает 100 причин и отговорок. А виноватой в ситуации окажетесь вы. Мужчины-раки очень беспорядочны в связях. Однако среди раков встречаются и такие, кто предан своей подруге с самой юности. Или уже после 35 лет. Лев, царь зверей, рейтинг верности – 1. Мужчин-львов часто можно вычислить из толпы по одной лишь внешности. Они имеют крепкое телосложение, или стремятся к такому, хорошо одеты, причесаны, любят приятную брендовую одежду. Они материалисты. А еще подарки дарят охотно. Лев – один из наиболее верных знаков зодиака. Расстаться со львом можно по следующим причинам, если вы ставите себя выше него, если вы льва превосходите по карьерным успехам, если пытаетесь управлять отношениями. В остальном можете быть уверены, лев будет надежен и верен вам. Девы надежные и практичные, но почему это не ценят? Рейтинг верности – 1. Мужчины-девы не очень-то просты. Они не любят театральных постановок, поэтому танцевать с вами до утра и читать стихи под окнами они не будут. Мужчина-дева всегда анализирует и обращает внимание на детали, он вспоминает, во что вы были одеты, как себя вели, что говорили. Секс для такого мужчины – не просто физический контакт. Они достаточно брезгливы и избирательны, боятся заразиться чем-то, поэтому случайные связи у них практически отсутствуют. Так что, несмотря на некоторую занудность, знака, девы, мужчины верные. Весы под покровительством Венеры. Рейтинг верности – 1. Весы честные и внимательные, могут быть надежными друзьями и партнерами. Мужчины-весы – не завоеватели, они могут ломаться даже в бытовых вопросах, когда ситуация складывается так, что они не могут или не успевают к ней адаптироваться. Им нравится делать приятно, обольщать, играть, и в ответ они ждут похвалы, признания, одобрения и восхищения. Мужчины-весы любят стабильность и уравновешенность, поэтому редко становятся причиной измен и разрывов отношений. Если уж он изменит, то будет пойман на том, что ему самому будет некомфортно.
Скорпион – самый-самый любовник, рейтинг верности 3. Принято считать, что именно скорпионы – лучшие в постели. Мужчине-скорпиону не нужна доступность. Чем меньше доступно и понятно, тем лучше, тем больше интерес, сильнее азарт. У скорпиона есть две составляющие – душа и плоть. Чаще всего он пользуется именно вторым, а вот доступ к душе надо заслужить. И эти две составляющие постоянно в конфликте. Душа хочет быть верной, а плоть, ну вы знаете, куда она зовет. Поэтому мужчина-скорпион считается самым неверным из знаков зодиака. Но все же скорпионы женятся, и если уж так произошло, вам повезло, он охраняет свой дом и семью как крепость. Стрелец, он и в Африке стрелец. Рейтинг верности 3. Название знака очень гармонично и созвучно с его носителем. Мужчины-стрельцы – пожизненные экспериментаторы, и не важно, что он откроет или получит, важен сам процесс. Они хотят попробовать все. Тем не менее, они бывают двух видов. Первые перенаправляют свою сексуальную энергию на созидание, творчество и служение другим людям, а вторые становятся истинными дон-жуанами. Причем любовь для таких представителей знака – это спорт, игра, приключения. Женятся стрельцы тогда, когда понимают, что идеального партнера не существует и придется довольствоваться тем, что есть. Козерог – вот это настоящая стабильность. Рейтинг верности – 1. Козероги влюбляются очень непросто, но если это произошло, любовь их очень глубокая. Козероги не особо умеют выражать свои чувства, они не романтики, но это никак не мешает им создавать крепкие отношения. Если козерог полюбил женщину, можно быть абсолютно уверенной, что на измену он не пойдет, а от развода откажется. Козерога не нужно покорять изощренными нарядами или чудо-макияжем. Он, скорее, консерватор, и обычный классический костюм оценит куда больше клоунского наряда. Козерог в браке практичен, бережлив и трудолюбив. Такого же отношения он требует и от партнера. Водолей. Свобода – наше все. Рейтинг верности 3. Водолеи не привыкли просить, поэтому если хотите отношения с ними, сделайте первый шаг, и он шагнет навстречу. Водолеи часто однолюбы, поэтому и в браке верны. Они доверяют своему партнеру, не контролируют их и часто идет на компромисс. Но как это ни парадоксально, среди водолеев очень часты разводы. А происходит так потому, что партнер считает, что водолей для других делает больше, чем для семьи. Водолей может уйти, когда почувствует, что его привязали к дому. При этом он долго готовит план отступления, но происходит все внезапно, по плану пошел за хлебом в тапочках и не вернулся. Рыба, чувственность и душевность. Рейтинг верности – 1. Самые верные мужья по знакам зодиака. Мужчины-рыбы мягкие и добрые, умеют мечтать и сопереживать. Любовь к ним приходит тихо и незаметно, со временем назревает и развивается. Это как раз те представители зодиака, которые могут читать стихи и петь серенады под окном. Но, как мы знаем, у одной медали всегда есть две стороны. Вторая заключается в том, что вместо возвышенных чувств и эмоций рыбы нередко выбирают исключительно сексуальное удовольствие. Но в браке мужчины-рыбы, самые привязанные и преданные, все делают для семьи. Это были самые верные мужья по знакам зодиака. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.